Yabancı Kong. Yabancı. Peki.
сам Гордон Фримен во плоти и в защитном костюме. Я осмелился освободить вас от оружия. Тем более, что большинство его было собственностью правительства. Что же касается костюма, то я думаю, вы его заслужили. Приграничный мир Зен под нашим контролем на данный момент. Вы на славу поработали, я впечатлен. Вот почему я здесь, мистер Фримен. Я посоветовал вас моим работодателям, и они уполномочили меня предложить вам работу. Они согласны, что у вас бесконечный потенциал. Вы доказали, что вы человек действия. Поэтому я не думаю, что вы будете долго колебаться, что делать. Если вы не против, войдите в портал, и я приму это за ваше согласие. Иначе... Ну, мне придется предложить вам безвыигрышный вариант. Хуже всего, что вы пережили. Мудрый выбор, мистер Фримен. До встречи.